курилка, сидят четыре лейтенанта. Один предлагает идти командиру проситься в отпуск. Ну, что делать, встали, пошли. Заходит командиру первый. «Товарищ полковник, лейтенант Пупкин, разрешите в отпуск». «Да ты чё, в отпуск говоришь? Давай рацпредложение, рационализаторское предложение. Пойдёшь в отпуск». «Легко. Вон у вас под окном солдат траву косит. А чё он косой косит в одну сторону? Давайте ему вторую косу привяжем. Пусть косит налево и направо». «Молодец! В отпуск!» Заходит второй. С тем же самым, с докладом, просится в отпуск. «Давай рацпредложение, рационализаторское предложение». «Легко. Вон у вас под окном солдат траву косит. А чё он косой туда-сюда машет? Давайте ему к косе привяжем вилы. Пусть сразу в кучки складывает». «Молодец! В отпуск!» Заходит третий. «Давай рацпредложение». «Легко. Вон у вас под окном солдат траву косит. А чё он косой туда-сюда машет? Траву в кучки складывает. Давайте к нему привяжем тележку. Пусть сразу и отвозит». «Молодец! В отпуск! Поощряю!» Заходит четвёртый. «Давай рацпредложение». «Не знаю. Ну, так иди, думай. А вот как придумаешь, приходи». Выходит лейтенант на крыльцо, нервно закуривает, стоит. Репа морщит, думает, что бы такого придумать-то, блядь. И тут подходит к нему этот самый солдат с хреновиной в руках, с привязанной тележкой, весь потный, обессиленный, весь затраханный. И тут злобно так спрашивает у лейтенанта: «Чё, товарищ лейтенант, в отпуск хотите?» «Да, рад с предложения не можете придумать». «Да, а вы мне фару на лоб повесьте, фару, чтоб ночью косил». Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.